Женщины 55, мужчины 60+. Возрастные ограничения есть, ведь клуб «Активное долголетие» открыт для тех, кто вышел на заслуженный отдых. С 1 октября жизнь участников организации изменилась кардинально. У них нет свободного времени, все расписано по минутам. Йога, танцы, мастер-классы и экскурсии. Скучать некогда. Многие люди вообще не знают, куда выйти. Они сидят на скамеечках возле дома, семечки щелкают. А здесь они общаются. Активно себя как-то поддерживают. И здоровый образ жизни все равно как-то он передается друг от дружки. Кто-то что-то посоветует, кто-то что-то скажет. Поэтому это всегда на вооружение берется. Клуб работает чуть больше месяца, но за это время приобрел бешеную популярность. Количество участников увеличивается ежедневно. У нас на 1 октября было 497 человек, членов клуба «Активного долголетия», которые занимались в рамках университетов третьего возраста. То сейчас это уже больше 1000 человек. Фактически за месяц вот такой у нас отличный прирост произошел. И мы всех-всех-всех ждем. А ждут действительно всех, ведь организация создана, чтобы объединить людей, которые должны почувствовать, что после выхода на пенсию все самое интересное только начинается. Принято решение главы создать такие клубы на знаковых территориях, где большую активность сейчас проявили наши пенсионеры. А что такое клуб? Это активный мастер-класс, это встреча с интересными людьми, это интересные моменты их жизни, которые они могут за чаепитием обсудить, эти одинокие люди, которые часто находятся в такой ситуации, то, что сидят дома. И поэтому вот такие клубы, они позволят собрать наших активных пенсионеров вот в этих вот сетевых точках нашего округа. В этот раз участники клуба «Активное долголетие» посетили Истру и Звенигород. Программу экскурсий разрабатывают с учетом пожеланий членов организации. Кстати, проводятся они абсолютно бесплатно. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».